Сергеевич. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к использованию АЖС спектроскопии для получения тех же результатов? Они дают что-нибудь в отношении? АЖС спектроскопия дает намного меньше, чем фотоэлектронная спектроскопия. Почему? Потому что в АЖС спектроскопии мы видим только АЖ переходы, АЖ линии они очень широкие и, так сказать, понятно, меньше зависят от, так сказать, химического состояния, чем фотоэлектронные линии. И, ну и сложнее обрабатывать. Сложнее, да, да, с ним сложнее работать, конечно. Это Пож... маленький вопрос насчет сверхпроводимости. Сверхпроводимости. Вот сверхпроводимость допированного щелочным металлами графита, ну, я и занимались там 80-е годы, там, до сих пор, с книжкой есть там, и все такое. Да. Это не одно и то же? Графит и графен, это не одно и то же, да. В данном случае рассматривается однослойный графен, исключительно однослойный.